Для 7 классов 10 лицея вместо привычного школьного звонка сегодня звучит спецсигнал машины МЧС. Во дворе учреждения сотрудники химспаса выкладывают из багажника учебные пособия, оборудование для спасательных операций. Это открытый урок по противодействию чрезвычайным ситуациям. Видели хоть раз такой костюм? Первым показывают электрогенератор, основа любой спасательной операции. Он и насосы запускает для подачи воды, и пневмоножницы заряжает. Следом идут циркулярная и бензопилы, а также средства личной безопасности, противогаз и костюм химзащиты. Примерить снаряжение и поработать инструментами разрешили всем желающим школьникам. Мне очень понравилось, столько многого я чего узнала. Мне особенно понравилось электронными ножницами пилить железную палку. Я очень поняла, что спасатели делают очень много для нашей страны и спасают много жизней. Следом за практикой – лекция. В актовом зале ученикам показали фильм об истории гражданской обороны и рассказали о том, как действовать во время чрезвычайных ситуаций. Ребятам это очень интересно. Очень много ребят, которые у нас после 9 класса, после 11 поступают в академию, уходят. То есть ребят это интересует. И мы стараемся с ними проводить тоже такую профориентацию, да, классные часы. Такие открытые уроки проводятся в Химках регулярно, но сегодня особенный повод – День гражданской обороны Российской Федерации. Создали эту систему 92 года назад, и она является частью оборонного строительства и обеспечения безопасности нашей страны. Знаменательный день, и, соответственно, мы, как служба, компетенции которой это относится, популяризируем эти дни пожарной охраны, дни гражданской обороны. Мы прививаем культуру безопасности, начиная со школьной скамьи детям. Подобные уроки прошли по всей стране. Кстати, не только у школьников. По всему городскому округу сегодня звучали сирены в рамках проверки системы оповещения граждан. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.